АВ-2, Athena Sword ПМС и меч Афины. Карта с большим описанием. Террористы захватили контроль над ключевыми точками города и готовы взорвать два небольших ядерных устройства. Мы эвакуировали южную сторону и в любую минуту ожидаем взрыва. Однако, по данным разведки, оставшиеся устройства находятся где-то в этой зоне вместе с двумя похищенными учеными, которые были вынуждены его построить. Вам нужно найти и спасти ученых от террористов, а также найти ноутбук, который дает координаты и код для деактивации оставшихся ядерных устройств. Вам также необходимо уничтожить все ящики с оружием, чтобы они не создавали больше подобных устройств. Будьте осторожны, когда будете стрелять, когда найдете оставшиеся ядерные устройства. Не бросайте гранаты, не подумав сначала. В этой миссии есть проигрыш. Нельзя лишь ядерные устройства уничтожать. Ну, всего тут две командных точки. Во второе, причем из здания прийти. Это как бы карта очень напоминает городские карты, но такая она не очень большая, как вот Дихард, но кранов тут нет. Цели миссии. 1. Извлеките ноутбук. 2. Спасите гражданских ученых. 3. Уничтожьте все ящики с оружием. 4. Найдите пароли, записные книжки, чтобы открыть двери на все этажи. 5. Найдите командный центр, где находится второе устройство. 6. Получите доступ к вражескому компьютеру, подключенному к оставшемуся устройству. И отключите бомбу. В состоянии проигрыша взрывается бомба. Цели миссии. 1. Извлечь ноутбук. 2. Спасти гражданских. 3. Ликвидировать все боеприпасы. 4. Найти пароли. 5. Найти командный центр. 6. Получить доступ к вражескому компьютеру. Так, вот тут гады. Атомный взрыв. Охуеть. Вот там сидит снайпер. Нормально. Короче, задача идти по улице до конца вот и свернуть направо. Но это вот первая задача. БТР будет продвигаться по мере движения. Ну, двигаемся. Там гады прилетели на вертолете. Начало отделение врагов. Он БТР поехал. БТР это тоже можно ехать. Точка Ай. Ну тут только часть города нужно проходить, целиком-то не нужно. Только стоп, стоп. Итлет! Я уже раз прошел эту карту, но там две задачи не выполнились. Там за углом стоит танк.
Кому надо брать? Ой, стоп, 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 стоп. Вот так вот, джавелинчик надо брать. Балкон, вот сука. Не пошла ракета. Да, имеет тебе. Кто тебя лечить будет, как ты один? Аймед. Блять, опять, сука. Все, мимо что-то пошло. Там закрепиться, а то так и будешь мотаться туда-сюда. Так, слот с прорванными проводами. Блять, она по балкону. Сука, блять, опять снова ёбнула. Не проще ли тогда из РПГ его погрохнуть? Чем вот так вот? Подожди, слушай, тут вот еще два гада. И тут дом составили из двух девятиэтажек. И вот там гады стояли. Все нормально. Две девятиэтажки составили, чтобы получилось 18-этажный дом. Че, давай брать, наверное, РПГ. Ну че, там какая-то херь. Джавелина коробка. Да блять, сука! Ебаный нахуй. Мне не нравится это все. Пизда поставилась не так, как нужно, а вот так, что не вылезть туда тайно. Ну давай аккуратненько. На девятиэтажке сдвоенный. О, давай, давай. Вон там, вон. Он еще раз стоит на высотке. Давай осматривать. Вон он. Нормально. Он там стоит на балконах. Такс. Чего орёшь? Такс. Балконы надо, видишь, обязательно проверять. Так, ну вроде как нормально. Вот тут лавочка сержиковская. Присели отдохнули. Сидим как дебилы. Словно посрать присели.
Вон там, на высотке. Нормас. Так, вот эта улица, значит. Так вот выглядит. Ну и эта вот улица. Сейчас скоро БТР во второй раз поедет. Точка-то рядом. Let's go. Все, БТР поехал. Вот там гады вылазят. Все, приехали. Ну-ка, ну-ка. Нормально. Там перевернутый троллейбус валяется. Давай скорее аптечка рядом. Мотаемся за аптечкой. Стоп. Океан Рид. Да. Есть такие лечилки более лучшие, которых можно постоянно подлечить. Блять, сука, нахуй хуй тебе этот живелин-то, блядь. Пизда, блядь. Ну теперь. Ждать, что ли, стать? Еб твою мать, все-таки взял. Хотел обойти, нет, все равно взял. Видишь, очень красивые перистые облака. Первый раз я такие облака вижу. Пошли. Задача прорваться к точке А, которая вот там между домов, между пятиэтажкой и трехэтажным. Туда парализатор. Пошел. Я вот две первых задачи не выполнил. Извлечь ноутбук, спасибо. Гражданских лиц. Возможно, вот в этом здании они прячутся. Ух ты, блядь. Да, блядь, сука, как стреляет. На весну. Ну чё, взято? Да, блядь, сука, ты ёбаный в рот, в башку. Второй раз. Все, все успокоился. Да, вон там валяется. Так, там лес. Бля, ну нам надо, давай посмотрим это здание, короче. Нет, тут чего ценного.
вроде выше этажей нет никаких. Да нет тут ни хера. Странно, а где ж? Как же выполнить два первых задания, непонятно. В этом здании я ничего не нашел, кроме нескольких гадов. Так, тут барьеры. Прячутся. Так. Не пройти нигде. Сука, пулеметчик. Так, туда что-то входа-то нет. Better. Спалить его. Ну хорошо. Так тут что-то не пройди никак. Эти так пока и не едут. Вертолет стоит тут. БТР, вертолет. БТР доступен. Так, не пройти никак. Ну, троллейбус ЗИУ-9 опрокинули. Уж и там снайпер. Нормально. Так, такой видок. Вертолету не попасть, кстати. Так, ну что, надо вот это здание идти. Ну, это желтое здание.
вертолет взрывается. Я птички-то тут есть. А кидать парализатора так безопаснее. Так, тут он дед. Непонятный. Еще надо брать документ, дед. Че, как его спасти? Непонятно. Так, взяли, короче, документ, пароль. Подожди, ни хера ты не взял. Все, теперь можно к компьютеру сходить. Нормально. Wait here. Please enter your password. Угу. Следующий этаж открылся. Зарад. Че, ну че дальше? Понятно. Так, мирный гражданин освобожден, что ли? Фрид, свобода. Угу. Фрид это вроде свобода. Надо подниматься наверх тогда. Бананы, кстати. Банана Бауэр. Бананы для обезьяны. На второй этаж. Рад это вообще-то крыса. Почему-то они кличку там где-то такую странную дали. Так, мы берем паролик. Got him! Так, комната с компьютером. Надо идти в комнату с компьютером. Там какие-то Knight и Oil Painless.
Это два мирных гражданина, что ли, не знаю. Ну, садимся. Please enter your password. Дверь на третий этаж открылась. Пароль принят. Так, на этом этаже, как ни странно, никого нет. Так, ничего нету. Поднимаемся выше. Все боеприпасы уничтожены. Пароль подобран. Все пароли подобраны. Три пароля было. Так, такие крыши. А где вот эти? Какой-то Knight Mare и Oil Painless. Это что же мирные жители? Получается, да? А, ученые, вот ученые. Так, ну садимся. Please enter your password. Дверь на крышу наверх открыта. Все, пошли. Пока две задачи выполнены. Так, такой вот вид тут. Так, ладно, поднимаемся. Там гад. Пусть там даже не гад, там пулемет. Нормально. Что-то мешает проходить. Да хуя, ну-ка давай-ка туда. Гранату туда на всякий пожарный. Так, ждем. Да блять, ты еще и повредила меня. Так. Так, больше ничего нету. Угу. Вот такой проход, которым надо будет тоже пройти сейчас. Так, до конца. 99 метров, не так много. Тут вот сейчас будет, слушай, внизу ловушка такая. Комната вот надо сейчас ликвидировать там внизу. Так, все окей. Направо к комнате Б. Ну все, это сюда. К точке Б, точнее. Стоп, стоп, стоп. У них небольшая казарма. Все готовы. Все, я взял последнюю точку Б. Теперь надо подниматься. Вот такие казармы. В принципе, ничего интересного, металлические просто казармы. Да. Сейчас надо вниз спускаться будет.
Там ловушка за дверью, сразу же пулемет стоит. Все сразу же снимают. Ну-ка, аккуратненько. Все, готов. Давай туда парализатор. Тут много гадов. Блять, сука. В окошке весь долбают. Много их везде. Так, тут какая-то дверь. Подожди. Не знаю, можно вышибить. Нет, попробуем. Кого-то грохнуло. Не, вышибить нельзя, но все равно кого-то грохнуло. Хорошо. Там вон аптека видна. Так, второй этаж. Первый этаж. Там он снайпер. Опасный. Все, давай. Свалился нормально. Улетай, гад. Так, надо танк сразу же. С РПГ валить. Тут лотки такие небольшие стоят. Ух ты, блядь! Увольнили. Там он бетер едет. Он... Блять! Десантом. С десантурой. Поздец. Ловко такая дверь. Открываешь, там сразу же блин. Так, ну-ка, где он там?
БТР сгорел. Второй БТР, второй танк. Так, все, короче. Поссать можно. Очень красивые небеса. Пока только две задачи выполнены. Непонятно, где ноутбук-то стоит, тоже не ясно. Кстати, без первых задач можно, в принципе, заканчивать. Так, я что, давай-ка. Крысак этих прожгем. Такс. Там каких-то два чувака стоят, где вот они находятся, непонятно. Там сейчас танк будет еще один. Танку подошел. Я не знаю, как две первых задачи выполнить. Черт его знает. Что-то где-то не доделал. Ну, в принципе, это и не нужно. В принципе, зачем я это делаю по новой, не знаю. Ну так. Хотел то здание проверить, там ничего нету. На первой-то улице. Надо сразу брать РПГ, там что-то. Танк стоит. Улетел пизду этот танк. Хорошо. Сейчас пополним боезапас, да пойдем в конец улицы второй. Это вторая улица. Все окей. Так, вот тут стоит эта бомба, туда не надо, давай аккуратно. Тут бомба находится, аккуратно. Это командный центр был. Вот видишь, бомба. Если сейчас сесть за компьютер, произойдет атомный взрыв, и как-то победа и завершится. Но. Так. Это выполнится. Что-то там, как она называется? Получить доступ к вражескому компьютеру. А вот как же первые-то две задачи сделать? Непонятно. Так, ну тут тупички. Тут вот стрелка-то вперед показывает. Можешь попробовать пробежать. Подарку. А уже потом за компьютер сесть. Блять, а как туда пройти?
А прохода-то и нет. Ничего не понял. Прохода-то нет. Да и где два тех первых чувака сидят, тоже не ясно. Может, тут как-то можно обойти? Ну, давай сейчас попробуем. Так, тут прохода тоже нет. Потому что проходов нигде нет. Хера не понимаю. Если сейчас сесть за компьютер, то все, сразу же победа происходит. Так что непонятно. Как тех двух чуваков спасти, непонятненько. Компьютер извлечь, где его там извлекать, тоже не знаю. Или можно? Да, хуй. Можно, не можно, блядь. Слушай, ну давай обновимся тогда, да попробуем там что-нибудь базу сделать. Это вообще можно сейчас БТР сдвинуть, вот если сюда пройти. Он сейчас поедет третий раз. Don't use the grenade skill. Так, куда они поехали? А вот! А то я, кажется, понял, вот тут здание вблизи точки А содержит заложников, наверное. Где два еще заложника находятся, вот они вот здесь находятся. Так. Может, тут и компьютер где-то находится, в отеле в этом. Угу. Ну, проверим первый этаж. Жопа, иди, блядь. Такс. Я уж был. Надо идти на второй этаж, похоже. Тут он сральня, да? Да-да. Какая-то мразь воду выливает. Так, второй, блядь. Их там много. Так. Пошли. Вот в это здание спасать заложников. Белый отель рядом с желтым зданием. Так, блять.
Сложное здание, это не будет. Мы сейчас попробуем. Береза вон растет. Ух ты, блядь! Тут дохуя, короче, в этом здании. Сейчас будем думать. Так, кровать. Это ящики. О, там чувак стоит. Но это не тот подписчик, что-то этот никак ни на что не реагирует. Странная карта, конечно. А вот что я нашел компьютер. Quick, get me out of here. Wait here. I don't want to die. А все, спас все. Ученые спасены, а компьютер вот здесь находится. Все, ученых я спас, короче. Компьютер вот. Подбираем. И таким образом эта тоже задача выполняется. Это ненужные были две задачи. Первая, вторая, он и без. Но я все равно их выполнил. Как говорится. Просто по фану. Так, наш БТР там стоит. Такс. Теперь надо отсюда уходить. И идти к ядерному устройству, просто сесть за компьютер и конец. Так, ну там наши сидят. Да нет, это тоже синглишот и рат, это там они. Вернее, рат это нет, нет, а вот в конце этот. Ну, короче говоря, вот один сидел в отеле, а второй вот здесь, в желтом здании. Все, белое и желтое здание, вот они тут и все и находились, короче. Причем карта завершается без выполнения, получается, первого-второго задачи. Но я все равно все сделал. Тайны все, как говорится, открыл. Просто так. Теперь идем заканчивать. Меч Афины называлась карта. Да, с первого раза уж ничего не понятно. А бывало такие карты завершались где-то мы без каких-то заданий. Короче, вот стоит этот компьютер на ядерном устройстве. Вот если его расстрелять, карта поражением закончится. Поэтому ни в коем случае делать нельзя. Так.
Please enter your password. Все, все задачи выполнены. Сейчас ядерный взрыв где-то произойдется. Get out! Get out! Get out! Хрен его знает, где он там произошел, я не вижу. Сейчас все, конец. Что-то взорвалось, но где, непонятно. Все, карта. Как он там назывался? АВ-2 Теносворд. Закончилось. Джон набирает 999 очков, 184 фрага. 999, это когда плешивый пришел к власти. Три шестерки перевернутых. Угу.